Так, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Санчес Фулмжем, проходить. Как мы продолжаем? УЗИ. Unlimited Zone Insight. Как я помню, так называется. Если я правильно все помню, то это так. Если неправильно, то уж не обессудьте. Я америкос, я никакущий. Английский я не знаю вообще. Ну, прыгаю, конечно, прям Хэнкок, реально. Оп, оп, оп. Ну, шо ж тебе, ну, не запрыгну на сраную стену. Ну что ж, стена-то меня, блин, стена меня это не дает мне запрыгнуть. Давайте, кстати, вот что хотел посмотреть. Давайте, во-первых, сначала посмотрим, где мы находимся. Мы находимся, естественно, на кордоне, должны находиться вроде как. И посмотрим, много ли у нас здесь тайничков. Довольно-таки достаточно. Что могу вам сказать? Это есть гуд. Что я сейчас собираюсь делать? Я сейчас собираюсь сделать то, что я пойду... Нет, ПНВ включать я не очень хочу. Пойду и соберу тайничок. По пути, почему нет, как говорится. А, потому что, как вы видели, в тайниках здесь дроп другой совсем. То есть он рандомный, я понимаю. Значит, тайник может заспавниться абсолютно все, что угодно. И что ты мне сейчас скажешь? Я зачистил всех, взял флешку, и ты можешь спокойно идти домой. Ну, ты, видимо, ничего не хочешь мне говорить. Ну и правильно. Не хочу я с тобой разговаривать. Вот и все. Так. Так, что ж я постоянно... другую кнопку-то нажимаю, а? Привык я уже к П. М я очень редко жимкаю. Так. Аномалька. Еще одна аномалька. Ну да, как видите, аптечки всякие, артефакты, перегрузы. Жрать надо больше. Говорят, жрать надо меньше. Не, жрать надо больше, чтобы скинуть вес. Вот жрете и тут скидываете вес. Как бы это ни звучало. Парадоксально, но это так. Это так. Опа, давай. Кто кого? Я. Вин 1. Вин 2. Шо? И нога весит столько, что я уж не смог ее унести, поэтому... Давайте-ка вот так вот сделаем, чтобы... Хотя, это все-таки худ не должен отображаться вроде как. О, артефактик. О, здорово. Нежданчик. Нежданчик-зомби. Круто. Ну, что-то новое. То есть, он лежал там труп, а тут теперь зомби. Потому что время прошло, радиация на него подействовала, все. И он превратился у нас в зомби, как вы понимаете. Так. Ну, что? Куртку я тебе принес. По поводу задания. Каменный цветок. Есть что на примете? Ни хрена нету. Лады. Как скажешь. Зато у нас теперь есть куча всего ненужного. То есть, типа, куча патронов ко всему. Два артефакта, которые я не буду использовать 100%. Ситуация прояснилась. Флешка с информацией где? Ну, блин, не живется вам тут спокойно. Как дети малые. Держи свою чертовую флешку. Не ерничай. За работу спасибо, стрелок. Особые задания есть? Поразмыслил на досуг. Понятно. Так, тут надо читать было. Я буду все-таки следующий читать. Я уже прокликаю. Следующий я буду читать. Есть работа на примете. Артефакт Медуза. 6000 рублей. Хорошо. Вожака бандитов. Возьмем. Че еще у тебя? Хвест псевдосучки. У меня нет псевдосучки. Я... Как-то не срослось, не взял я ее хвост. Вот прицельчик я бы взял. 55 тысяч. Не, что-то как-то я передумал, может, даже. Что-то 55 тысяч за прицельчик, как-то, мне кажется, немножечко много, не? Хороший товар. Видимо, игра не считает, так? Неплохо. Хороший это товар. Это что такое? Оружейный ремкомплект. Хорошо. Потрошки по 1800 рублей. Давайте возьмем, все равно денег у нас. Предостаточное количество. Неплохо. Сейчас продадим всякое ненужное говно, которое мы не будем использовать 100%. Каменные цветки, я думаю, все-таки лучше стоит оставить. Молодец. Колобок я откуда-то взял. Ты доволен? Не-не-не-не-не. Колобок я не сюда хочу. Я хочу вот сюда колобок. Стволы ремонтируешь. Отремонтируй броньку. Второй ствол. Хорошо. Ну, такие деньги, которые тут добываются очень простым способом. Связь с группировками. Я слышал зов монолита. Понятно. Я слышал, что ванлисты объявили набор.
Не знаю, пока не буду вступать никуда, потому что я думаю, что хорошего из-за этого не выйдет ничего. Если я кого-то вступлю... ПСО-1, охереть, вот это дорогой прицел. Дорогого стоит, как говорится. Ну, удачной охоты, сталкер. Удачный, хорошо. 46 килограмм я могу носить, какой-то я совсем не очень. Ага, порадуешь, братишка? Ага, чисто, малец твой свободен. Стрелок, спасибо, брат. Гора с плеч, вот как и обещал, медуза, пустышка. Отлично, брат. Ну что ж, пойду к Сидору. Постой, да? Все нормально, брат? Ну да, а что? Ты чего, брат? Да не, ничего, удачи, брат. Удачи, брат. Что, уничтожить мутантов на ферме? Ты, ну конец, понятно. Прикольно то, что озвучка, ну не озвучка, а типа... А вот анекдот. Типа диалоги, ну то есть новые. Ну не диалоги, а... А я сегодня Пашку встретил. Лучше б не встречал. Лучше б думали, что сгинул где-то. Или на бандюков нарвался. Или вообще из зоны удрал. Короче, иду я сегодня к вертолету. Ну, к тому, что в болото упал на прошлой неделе. Уже почти пришел на место, как вдруг слышу, крадется кто-то за мной. Я осторожно так оборачиваюсь, а там Пашка. Стоит на четвереньках, весь грязный. Куртка его форменная в клочья вся, а на голову противогаз с оборванным шлангом надет. Я только хотел к нему броситься, помочь, а он как прыгнет! Ей-богу, не вру, метров 5 или 6 между нами было, а он словно взлетел и прямо на меня. Опрокинул на землю, уселся сверху и смотрит. А потом берет и противогаз стаскивает. И вижу я, что не Пашка, это уже не Пашка, понимаешь? Глаза блеклые, нос как будто расплющен, губ нету совсем, а зубы, зубы, как у зверя, острые, белые. Я чуть не помер со страху, думал, все, конец. Да только Пашка меня признал. Наклонился поближе и глядит. И слезы у него из глаз текут. Кровавые. А потом как зарычит, как задергается. Чуть шкуру на себе не рвет. Мечется во все стороны, а землю бьется. Так и ушел. А я полчаса после этого в себя прийти не мог. Знаете, ребята, хватит с меня этой зоны. Завтра же ухожу отсюда. Домой уйду. Там спокойно будет. Окей, запомню твое имя. Слава Чекан. Хорошо. Завтра не уйдешь, сам пристрелю. Все. Ну, история интересная. Новая история, это всегда хорошо. Так. Нам мне надо сейчас к лису идти, я так понимаю. Это у нас спальный мешок, из-за которого игра может вылетать, поэтому я не факт, что буду его использовать. Не, артефакт мне на слоте не нужен. Мне он нужен вот здесь. Так, давайте еще почекаем очень-очень важную информацию, друзья. Она называется тайники. Поэтому без этой информации просто ну, невозможно жить. Потому что тайники это наше все, друзья. Это наше все. Как вы понимаете, раз здесь такие тайники, что как раз хочется их собрать. Или умереть в аномалии. Второй раз. Аномалий, конечно, нафигарено много. Так. Вот. Ну вот что я вам говорил. Ну охренеть теперь. 88 косарей. С деньгами вообще, я чувствую, здесь никаких проблем вообще не будет. То есть, экономика здесь упорота, или мне так кажется, но... Больше упорота, мне кажется, потому что, ну, очень упорото это все. Что я так прям настолько... Дофига, что тут вообще? Видели что? Пропавшего братка? Окей, поищем пропавшего братка. Ну или просто это правда матка, на самом деле, то, что столько денег. Ну что это такое, охренеть просто, сколько артефактов падает. Чтоб бегать быстрее, возьмем их. Фига, я смог поставить артефакт дальше? Костюмы, все лежит, все, что есть. Так, не, мне это нравится, друзья, мне нравится, что тайники здесь рандомные, то, что у них может выпасть все, что угодно. Это прикольно. Это реально круто. То есть, просто хотя бы не просто прохождение будет, потому что мы сможем по пути найти что-нибудь интересное. Вот обычную куртку я, наверное, все-таки выброшу. Конечно, понимаю, что там обычная куртка, все такое. Но у нас ни на что не ставится глушитель. А на УСП-шку не ставится? Неа. Хер там был. Это что? Это ТТ. Ну, с ТТ я хочу пострелять. ТТ мне интересен.
Давайте постреляем. Давайте вообще основным оружием сделаем ТТ. Почему нет? Так, где у нас еще тайник здесь был? Блин, да что ж я постоянно другую кнопку нажимаю? Тайник, оставленный погибшим сталкером. Что-то какие-то новые вот такие события. Тайник, оставленный погибшим сталкером. Так, что у нас здесь? Лута столько, что его аж много. Вот. Такое очень редко бывает, конечно. Это может быть немножечко упарывает смысл покупки всего и подобное, но... Так. Тайник, оставленный погибшим сталкером, говорят они. Говорили они, но маркер пропал. Понятно, мне нужно к тоннелю. Так. Базу захватить. По идее, нам и нужно к тоннелю, так что мы к нему и отправимся. Думаю, ох ты, ё-моё. Я и прыгаю, я и бегаю, как просто раненый в жопу. Ладно. ТТ нас спасет. Я думаю. Или не спасет совсем. Ё-моё. Сколько у меня аптечек? Да, дофига еще. Хотя давайте военных перебьем. Мне что-то как-то лень. Ну ёшкин матрёшкин, ну сколько можно-то? А у нас переход там куда-то, что ли? Дофига себе. Это куда? На болото. Не, на болото я что-то не очень хочу идти пока. Как-то перспектива мне не очень нравится. Идти на болото. Стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Мне надо дальше. Нельзя, сказанное. Но если хочется, то можно, например, за пятихатку. Держи пятихатку. Мне пока не жалко. Пока. Пока не жалко, не знаю, как будет дальше. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Давайте сначала лису поможем. Потом уже за этим сходим. Тени баги есть все равно. Ну ладно, поживем с ними. Что тут? Даю координаты. Давай. Лис, братан, как давно не виделись. На, держи. Да не за что, брат. Брат. Нифига ты с огнеметом аж. Ну охренеть теперь. Еще куда-то переход. Куда? Путепровод. Ну и собаки где? Хочу, чтобы ты мне что-нибудь подарил. Подгон мне братский сделал, как говорится, брат. Брат. А где братские собаки-то? Которые должны были прийти, и ты их должен был убивать. Брат, ты чё? А, вот бегут. Я синхер с огнемета. Осторожно, чужой! Все, одолели тварей. 1500. 500 канистр. А нет, это канистры на 500. Это твое топливо, братан, да? Но мне это все хорошо, конечно. Мы сходим за тайником. Куда же без тайников-то? Сталкер без схронов, это не сталкер. Поэтому надо быренько свалить за тайником. Ну, вообще, вот это зачистить бы неплохо. А ты что тут делаешь? Ну, давай подеремся, ну. Кто кого? Вас двое, нечестно. Вас трое, совсем нечестно. Вас четверо. Вы чё? Вас пятеро, да вы что, совсем, что ли? Собираю еще сколько голова весит? 200 грамм. Обвешусь головами тушканов. Будут тушканы у меня друзья. И тебе в глаз. Где ты тут ворчишь?
Я слышал, что америкосы к нам какого-то своего супермена записали. Интересно будет на него посмотреть. Америкосы, супермена. Да вы чё? Чё за супермен? Не знаем таких. Попец, сейчас тебе... Опа! 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 Есть! Живучая какая тварь оказалась. Сейчас я еще трупак скажу, обшмонаю, может у него что есть. У трупака-то этого. Да и вообще много у него. На самом деле. Денег, конечно, очень много падает. Вот реально прям не поскупились на деньги. Можно с тайника под 80 тысяч найти. Вот 235 тысяч. Начало игры. Пипец. Покупай все, что хочешь. Опа! 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 Хорошо. Коллекционер глаз плоти. 3 артефакта. Хорошо. Вот это я понимаю. Вот это тайники. Вот это да. Вот это хорошо. Ну чё, пока проходим основной сюжет, я не думаю, что это долго займет. Ну, конечно, если я буду бегать по тайникам, это, может быть, побольше займет немножко, но... все равно. Я думаю, это будет гораздо быстрее, чем могло бы быть, то есть... Рядовой Воронцов, военный кордон. Все, ушел в мир иной, как говорится. Давайте бахнем. Ох, хорошо пошло! Надо водички запить. И еще водки. И еще водички. И еще водки. И еще водички. И водки. И водички. И водки. И вообще все хорошо пошло. Ох, как пошло хорошо-то, а. Ну прям вообще просто. Чуть-чуть кроет, не помешает это нам. Вот тут тайник же. Тайник в радиационном месте. Давайте заберем. А водка-то кончилась. Выжрал я ее заранее. Зря. Ух ты, мать твою, какой тайник жесткий. 27 косарей нашел. Обыскал тайник, нашел 27 косарей. Ну, радиация все равно уже, как бы. Я так думаю. Что за граната? Граната Г1. Эта ручная граната является продуктом современных технологий, использующих свойства некоторых артефактов с взаимодействием с обычными ВБ. Взрывными веществами. ВВ. Относится к классу оборонительных, так как обладает огромным или для своих размеров осколочно-фугасным действием. Бегать я тебе не смогу, поэтому надо убирать эти кристаллы. 4 штуки аж. Ну нифига себе, конечно. Ну, конечно, дало в голову мне водяра, я выжил очень много. Зомби? Зомби. Зомби? Жив? Я пьяный тебя убью. Хорошо. Я смог. Зомби бегает за собакой. Вот это зрелище. Вот это экшен. Собака бегает за мной. Вот это зрелище, вот это экшен. Шо? Бандиты у нас там есть? Сейчас как пьяным к ним приду. О, есть, пацаны. Пацаны, выручайте, я с миром пришел. Я с миром. С миром я. С миром я, с миром. А с миром. Не надо тут мне. Зачем я взял еду еще? Я ж только ее скинул. Не хватает мне все время еды. Жалко. Свалка нас ждет. Свалка нас ждет. Хорошо. Так. Ладно. Поехали на свалку. Кони патроны или бочку отстрелим. Я сейчас вам все отстрелю. Какой я косолапый. О, антир один. Спасибо, друг. Я твой должник. Да ладно уж. О, сигара. Покурим ща. Дайте покурим. О, покурили. Что происходит? Присоединись, не парься. Интересно, тайник есть? Я думаю, да. Патронов тут достаточно, поэтому тайник может быть. Есть тайник. Вот так вот и палят по пьяные. Так, оп, оп. Ни одного патрона не попал.
Значит, надо вот так делать. Даже не получилось. Ну что это такое, а? Ну, ё-моё. Ладно. Теперь попасть бы по нему, блин. Хера они мне, конечно, нужны, я не могу сказать, друзья, но... Соберем, почему нет? Хабар, есть хабар. Хабар, все равно хабар. Хоть и стали на месте, но хабар он нужен. Куда же без хабарата? Куча всякого говна, 4 артефакта таких, 100 патронов к дробочу. Это какие? Маг. Супер магнум. Обычные, значит, идут нафиг. Я пойду собирать дальше патроны. Вот. Вот. Вот еще. Ну что ж такое-то? Ну что мы такие никакие? О, еще выпало. Хорошо. И еще. Ну что такое? Ну почему? Я так хочу. Ну ладно, покушаем давайте. Это всегда помогало. Вот видите, сколько не кушай, всегда помогает. Кушайте больше, станете меньше, да. Игра этому учит, видимо. Ну и куда же без этого надо? Оп, и еще. О, и еще. И еще. Хорошо. Хорошо пошло. И теперь энергетиков еще. Чтоб сердце прямо остановилось. Ну все, теперь нужно брать МП-5 и чувствовать себя настоящим бандитом. Хочу проверить новую гранату. О! Какая-то прям с постола. Так. Давай гранату! А-а-а! Сука, ну что ж ты, что ж вы так дамажите-то? Ладно, все, хватит. Терпьяный стрелок пошел. Не, у меня гранаты еще остались, надо закончить начатое. Алакбар! Ух ты, мать твою! Хорошо. Все нормально. Нормально мы их бахнули. И дрить вас здесь. Эх вы, ну шо ж так, а? Ну ладно. Нормально все, нормально. Вот так и надо проходить сталкер. Вот это настоящий сталкер. Когда ты идешь в говнище пьяный... Не останавливаясь, умираешь. Да, это не мешает нам. Нам не помешает, я думаю. Да ё-моё, дерево, дерево, дерево смерти. Ну ладно. Ух ты, мать твою. В глазах темнеет, ни хрена не вижу. Давай. Один хер остался где-то. С горы. Пондюки. О! Я вообще красавчик. Ой, МП-5. Все. Наше основное оружие получено. Сигаретку. Куда ж без сигареток-то? Кто ж без сигареток в зону-то ходит? Еще сигаретка. Какой из них получит состояние? С хрена себе они стоят.
Все, наше основное оружие получено, поэтому нормас. Патрошки возьму. И еще. И еще. Хорошо, артефакты прям сыпятся кучей. Ох, патронов достаточно. Не-не-не, надо обычные. Не надо нам сейчас топовые патроны. Стреляем обычными. Где главарь банды? Вот он. С Артом был. Хорошо. Ну, нормально все прошло. Ну, ладно, придется бронебойными стрелять. Два глушителя деть некуда. Ну, ладно. Вообще надо трупы обыскивать, потому что тут с них падают деньги, как вы понимаете. Которые абсолютно не нужны в этой игре, но они падают. И ни в одном моде столько денег не было у меня. То есть, ну, настолько много, чтобы они падали. У вас тут что-нибудь лежит? Да, лежит, хорошо. Ну, потанцуем. Я уже их подстрелял. Хорошо. Ну, мало ли что. А инфу у меня... Короче. Бегим, бегим. Мы не отойдем никогда, мне кажется. Под дождик, в говно пьяные, хорошо. С автоматом в руках. У нас главное есть МП-5. Я... Больше ничего не надо в этой игре. Главное МП-5 есть. Настоящие бандиты ходят с МП-5. Братан, ты где? Нормально у тебя пистолет бахает. Достаточно. Что там за хрень бежит? Рука излома понадобится, может. Давайте посмотрим тайники здесь. У нас появился на мосту тайник. О, сзади тайник. Давайте сходим. Чтобы вы понимаете, то в тайниках можно вылутать хорошие вещи. Хотя мне не особо важны хорошие вещи. Мне больше интересно, что вообще может упасть. Вещи-то это вещи, но патронок МП-5 нам никто не даст, кроме тайников. Ух ты, мать твою, как это страшно, а. Что за... Тут что происходит? А, тут куча... О, еще под алкоголем, еще с пси-воздействием. Это ж прям топчик. Так и надо играть. Так и надо играть. Это, наверное, самый лучший эффект, который может произойти. Водка есть? Не, нету. Надо было бахнуть, а. Хорошо бы было. Ах, как было бы хорошо там. Пси какие-то, блин. Пси какие-то коты. Ох, у меня сейчас голова потекет-то от них. Потекет. Ух ты, мать твою. Ух ты, мать твою. Выбрасывать надо что-то, а то я сейчас потеку. Умру от того, что... От того, что... Да. Так случилось. Жаль, бывает. Ну ладно. Надо этих тварей убить. Ну, если они согрятся, конечно. Ладно, не пойдем за тем тайником, оставим его. Оставим его... Пусть он там и лежит. Он нам не нужен. У нас так все плохо. Хотя нет, у нас все хорошо на самом деле. Сигаретку до полного кайфа. И еще сигаретку. И сердце должно вообще полностью остановиться от всего, что мы сделали только что. Энергетик, сигаретка. Подочка. Все хорошо. Есть тут кто-то? Кому жопу пору? Как-то мы их быстро одолели очень.
Что-то прям пипец, как быстро мы их одолели. Надо им по 5 брать, чтобы разряжать. А было бы что разряжать. Так, отходим, отходим. Даже не от... надо будет еще купить у кого-нибудь. Так. Все, отбой, брат. Слушай, я давеча с Лисом говорил, а до него с Сидоровичем. И чего-то нифига не понял. Чего от меня хотят? Погоди, стрелок, сначала вот возьми денежку, помог ты нам бандитскую сволочь покрошить. Да что же до твоего дела? Я тебе, конечно, ничего конкретного не скажу, но док просил тебе, просил сказать. Нет, не так. Короче, стрелок, тебе нужно топать на агро и встретиться с Кротом. А дальше он тебе что-то там передаст. Ну, как-то так. Своими словами. Шо? Чего там заметили? О, здорово. Привет. Рука мне твоя понадобится, наверное. На агро нам. О, там еще зомбочки. О. О, здорово. Откуда вы такие кенты придете? Оп. Хорошо. И перевесик немножечко. Куча всяких минут. Ну ладно, ТТ прощай, патроны ТТ прощайте. Братан. У, ты успел ударить. Еще раз, и еще раз. И вообще просто меня нокаутируешь. Не надо так делать. Я откажусь от таких вещей. Нам не нужно, чтобы ты меня нокаутировал. Так. Артефактов миллиард у меня уже. МП-5 реально топовое оружие. Из-за скорости атаки. Отошли полностью. Ну, сейчас стрелять будем плохо. Полностью отошли, это совсем. Ох ты, мать твою. Прямо там снайперы какие-то бандитские. Так, что-то я подумал и понял, что нам надо прямо на них в лоб бежать. Ну, как-то не очень. Как-то не очень. Так, что-то я... О! Дэн! Ты какой, ты под дых мне бьешь хорошенько так. Хорошо. Откуда вас столько, пацаны? Зомби. Откуда вы все взялись-то? У меня такой гигантский прыжок, что я могу зависать на деревьях, как словно бабочка. Вишу на деревьях, словно бабочка. Охрененно. Опа. Мастер зависания на деревьях. Аж бабочка. Как отрикошетит мне в лоб, и я улечу сразу. Давай, мужик, разбирайся, иди. Ух ты, мать твою, какой ты снайпер, а? Не при делах, он говорит. Ага, поверили. Братану. Тирадинов, хоть кушай. Падает. Может, этим и займемся? Переходим на антирадины, более жестокая доза. Давайте-ка, давайте. О, хорошо пошло. Че вы такие злые-то, Я к вам с миром пришел. Я к вам с миром. Вы меня стрелять собрались. Что за люди такие? Я вам мир несу. Прям в лапы. О, вода появилась. Куда же без воды-то, а? Выпил воды, стало много. А, она вторая бутылочка появилась. Мы по 0,5 пьем.
по 0,5. Так, у нас два схрона. Да шо ж вы... А, нет, это тот схрон. Ну, он нам не нужен тогда. Как вы видите, МП-5 довольно-таки неплохая пушка. Довольно-таки неплохая. Нужна помощь! Нужна нам помощь, говоришь? А я вижу артефакты, мне помощь не нужна. Опа, скоро встанем. Опа, два артефакта уже. Пятого уровня. Ну не пятого уровня, но топовых на момент обычной игры. Вот тут сейчас мясорубка будет. Комбатлок будет разрываться просто. Я думаю. Куда же без МП-5-то? И дрить тут реально жесть какая-то происходит. Слишком перегружены. Подходящий момент. А, это просто момент идеальный. Для того, чтобы быть перегруженным. Так. Вот как делаются дела. Нормально. Сколько бабла здесь валяется? Жалко, я все собрать не могу. Вояки зажали меня во дворе. Выручайте, братцы! Ща! Выручим. Ах ты ж сука! Так, там у нас записалась крыса. Крыса, я вижу. Жу тебя. Ах ты Ладно. Так, там две крысы. Будем знать. Сделаем по-другому. Крыс надо истреблять. Крысы дестроят. Что? Ладно. Прыжок веры не удался. Вторая попытка. Нормально прошло. Теперь надо всех трупов обыскивать, ибо деньги не лишние. Да или лишние, но... Артефакт. Какого хрена ты здесь делаешь? Я такой вопрос. Денег я уже имею столько, сколько да всю солянку собрать можно. Не, конечно, солянку там можно и 10 миллионов собрать, если прям захотеть, то... Ладно. Ну, крот. Спасибо, друг. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Послушай. Военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее. Лицо скрыто. Побежали. Для того, чтобы мы не запалили этого человека и не смогли... Эх, блин, жалко. Вот тут тайничок есть. Хорошо. Сейчас мы его облутаем. И там 10 МП-5 будет лежать. 10. МП-5, МП-6 и МП-7. Или охрененный дробовик будет лежать, который я хочу использовать. Но для того, чтобы мне его использовать, нужно выкинуть все, что мне не нужно. И патроны, которые я не буду использовать. И подствольник на. Все, а теперь мы с дробовиком. Все, а теперь мы будем палиться с дробовиком и с дробовиком. Можем подождать, пока рейд закончится. Не, не будем. Я сейчас пойду их выносу. Ты сказал мне, что ты ищешь. Это здесь, где-то под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Удачи. Сейчас мы его закрутим в вальсе. Закрутили. Не. Не.
Мужик, я хочу тебя закрутить в вальсе. Давай проверим, получится у меня это сделать или нет. Ну да, получается. Ты сам не свой, мужик. Что с тобой? Так. Мы идем выносить падлусов. С дробовиком. Аж 6. Умри. Не получилось. Получится. Сейв был великолепный. Загружаешься, мужик тебе в ствол, стволом в лицо целится. Но это тоже не особо. Ну что, давайте, давайте, кенты, на. Опа! Да ладно, ну как так? Ну ладно.